Всем здравствуйте! Кто не знает подобное и в своем городе? Россия. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где свободно ездит человек. Вот так свободно и мы передвигаемся по новостройкам любимого города. При такой плотной застройке, в непредвиденном случае проезд для оказания любой помощи жильцам подобного микрорайона просто невозможен. Это окраина города. Наши стройки глазом не обшаришь. Не упомнишь наших городов, наше слово гордое. А что такого? Нам дороже всех красивых слов. Это слово мы повсюду слышим снова. Что такого? Если для застройки просто места нет. На стоянках то же самое. Если места вам там нет, вы услышите знакомо. А что такого, если места просто нет? А над нами ветер теплый веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас так строить и водить. Я другой такой страны не знаю, где так свободно ездит человек.